Есть такой канал Беловблог. Там два парня погибло. Вот. И что я хочу как бы сказать, ну то, что осталось за кадром. 2 месяца назад я их как бы предупреждал в переписке о том, что могут быть какие-то последствия. И писал он там сообщение, что типа вдруг там люди, вот как они, допустим, лазят, вдруг там люди могут быть там, вот, чего вы все вечно все кидаете там, ну и так далее. Вот. О последствиях никто не думает. Я просто тоже лазю по таким местам. И если все позакрывают, то ну и тогда ходить некуда будет. Ну, вот. Но я если и хожу, то хожу максимально осторожно. Вот. И их также просил. Я говорю, ребята, будьте, пожалуйста, максимально аккуратны. Вот. Ну, на что он сказал, а, понятно, таких много. Ну, типа, ездят по ушам. Вот. И они меня заблокировали. То есть, по большому счету, вы не сможете увидеть эти сообщения, потому что их могу видеть только я и он. А большинство пользователей, ну, просто не видят. И я их предупреждал о том, что могут быть какие-то последствия. Ну, вот в итоге вылилось. Я, конечно, сочувствую родным и близким. Вот. Ну что тут скажешь? Родители-то вообще... Это самое вообще худшее, что может быть. Это когда родители хоронят своих детей. Это ужас, конечно. Thank you.